привет, друзья, с участка. Сегодня мы обслуживаем один участок под Киевом. Делаем, короче, подготавливаем растения, газон к зиме. Октябрь месяц на улице, пора уже подготавливать. Мы делаем здесь аэрации, чистим туи смарагд, чистим. У нас, кстати, есть видеочистка туи. Короче, аэратор за моей спиной здесь. Наверное, 40 туй мы даже не считали. Сейчас почистим туи. Я уже начал аэрировать. После аэрации все соберем газонокосилкой. Вот этот. Вот эти остатки, сено. Ну, газон еще только недавно постелен весной. Ранней весной. Здесь немного сена. Газон, я скажу, не очень. Это не мы стелили, не наш газон. Он какой-то редкий. Вроде бы не двухгодичный, а одногодичный. Я не преувеличиваю, я не хочу никого там обидеть, кто здесь делал газон. Я не знаю кто. Но я сейчас вам четко камерой покажу, как он выглядит. После аэрации мы все соберем газонокосилкой, потом бросим удобрение последний раз в этом году. И включим полив, польем все. И я думаю, продуем уже на зиму, законсервируем полив. Давайте я вам покажу весь участок. Вот все туи. Туи все мы почистим сейчас. Вот показываю. Чистка туи обязательно. Чистите свои туи. Подписывайтесь на канал. Смотрите наше видео. Там есть чистка туи, напоминаю, видео. Это обязательная процедура для всех, у кого растут хвойные. Их надо чистить хотя бы 2 раза на год, 3 раза. Вот показываю вам участок. Небольшой, 2 сотки. И аэрируем. Аэратор Викинг. Короче, смотрим, друзья.